Всем привет! В эфире рубрика «Только посмотри!» Студия Артём и Мур. Друзья, не отходите от экранов. Вам есть что посмотреть. Потому что нам есть что показать. Сегодня в выпуске. По следам ученого кота. Очень серьезное стихотворение. Урок плохого поведения от Андрюши. Расскажет Эрия. Артём, я решил, что хочу стать ученым. А какая наука тебе интересна? Хочу сказки рассказывать и песни петь. Мур, это делают артисты, музыканты, а не ученые. А как же кот из стихотворения «Лукоморье» Александра Пушкина? А о нем я не подумал. Ну что же, будешь первым ученым тигром. А пока давайте послушаем выступление Астер. Внимание на экран. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над тупиком. И днем и ночью кот ученый, кто ходит по себе кругом. Пойдет направо, песен заводит, налево сказку говорит. Чудеса, там лещий вроде, русалка на ветвях сидит. Там на немедовых коровках следы неведомых зверей. Искушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Мне очень нравится это стихотворение. Мне тоже, особенно в исполнении наших зрителей. А следующая участница нашего выпуска Милана прочитает очень взрослое и серьезное произведение. Родители, слушайте внимательно. Эдуард Асадов, берегите своих детей. Берегите своих детей. Их за шалости не ругайте. Зло своих неудачных дней никогда на них не срывайте. Не сердитесь на них всерьез. Даже если они провинились, ничего нет дороже слез, что с ресничек родных скатились. Если валит усталость с ног, совладать с нею нету мочи. Ну а к вам подойдет сынок, или руки протянет дочка. Обнимите покрепче их, детской ласкою дорожите. Это счастье, короткий миг. Быть счастливыми поспешите, ведь растают, как снег весной, промелькнув дни золотые эти, и покинут очаг родной повзрослевшие ваши дети. Перелистывая альбом с фотографиями детства, с грустью вспомните о былом, о тех днях, когда были вместе. И как будете вы хотеть в это время опять вернуться, чтоб им маленьким песню спеть, щечки нежные губами коснуться. И пока в доме детский смех, от игрушек некуда деться, вы на свете счастливее всех. Берегите, пожалуйста, детство. Ах, как артистично Милана прочитала стихотворение. Да, думаю, сейчас все родители побегут обнимать и баловать своих детей. Но важно помнить, что и детям обязательно нужно заботиться о своих мамах и папах. Любить их, ценить и помогать в разных делах. О том, как себя вести не нужно, сейчас расскажет Эрия. В эфире стихотворение про Андрюшку. Для сыночка, для Андрюши сладкий завтрак, вкусный ужин, самый крупный апельсин. Уведи на маму сын. Мама с папой ничего не жалеет никогда. Но не в этом ли беда? Он посуду не помоет, пыль в прихожей не сотрет. Он стакан чая маме заболевшей не нальет. Почему ему и книжки, и большой велосипед? Почему и мальчишки, а не скажут твердое нет? Хватит пользоваться, брать, лучший пряник выбирать. Мальчик иждивенничать, попросту мошенничать. Да, Андрюшке нужно исправлять свое поведение. А нам заканчивать выпуск. Сегодня было очень интересно. Девчонки огромные молодцы! Как здорово прочитали стихи! Друзья, а вам есть что показать? Тогда скорее присылайте видеоролики нам на почту, адрес которой найдете внизу экрана. И смотрите канал «Карусель».